Так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Саня Чат Фулл, начинаем проходить. Забыл, как называется, ну, в общем, что-то с Томб Райдером связанное, правда. Бывает такое. Просто записываю все залпом. Опа, что? Советская база? Что за тотемы? FPS решил показать, что он может опуститься до 38. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Зачем я... Оказывается. Что там происходит? Понятно. Какая-то типа эльфийка. Типа эльфийка. Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Скорость там стрелы увеличивает. Прикольно. Давайте качнемся. О, мы навык получили. А как его использовать, я не помню. Так, это пока не будем. Давайте тогда... Ну, это хороший перк, очень. Но... Давайте качнем вот это. Поболее опыта, ничего плохого нам не сделает. Ох ты, ё-моё, сколько здесь всего. Тайников с монетами миллиард просто. Уп! Нормально я полетел. Нормально. Полетел, называется. И тут он опять полетел. Да чтоб вас нафиг. Что я такой неуклюжий-то? Зачем я летаю постоянно с обрыва? Что мне сейчас напишут? Что это такое? Фонарь. Видимо. Это типа залезть обратно по дереву можно, поэтому. О, деревца, которые мне нужны на стрелы. Коробочка.
уже ничем не могу. Первый день в Сибири и нате. 2 года в Афганистане, еще один в Индонезии, и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Так, сейчас, друзья, секундочку. Провести порядок до его приезда. Картинка, может, чуть-чуть похуже стала, я чуть-чуть. Меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съесть ни к черту. Я просто поменял немножечко настроечки. Отвлекающие объекты. Это было что-то. Псих бешеный. Бросится на 3 вооруженных людей с 1 топором. И как только одного из них удалось взять живым. Стоп. Нужно посмотреть. Понял. Стой. Я что-то видел. Замечен враг! Я тебя убью! Хорошо, я просто, извините, друзья, что молчу, но просто я сконцентрировался, как говорится. Русский вертолет какой-то еще. Еще прибывают. Понятно. Тут-то сверху херачит. Как ты долго дерево рубишь, бабочка? Бабочка! Понял. Так, давайте загрузимся с контрольной точки. Что-то я... немножечко сфейлил сам себе. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Все нормально? Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно.
Особо не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать темпо. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? А мне-то откуда знать? Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За это кто-то поплатится. Отложи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под рукой. Чую, пригодятся. Так точно. Какого хрена? Большая часть пайков после взрыва сгорела. Погоди, я гляну. Это никуда. Ты слышал? Пойду гляну. Нашего убили. Разделились, пошли. Пойдем на разведку. Давайте. Следи за кустами, она может быть где угодно. Она? А как ты узнал, что я она? Проверяю кусты. Контакт! Вот она! Пошли! Да не, опять с контрольной точки. Я как-то фейлю. Но это будет сложно, друзья. Я ничего не говорю. Это будет реально сложно, но это будет интересно. Ничего, пофейлим немножечко. Ничего такого в этом нет. Плохого. Как бы. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановим связь с тюрьмой, будь начеку. Нам рассчитывать не на кого. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Мне-то откуда знать? Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начать. Вон там! Это понятно. Да, друзья. Как я тогда столько убил, непонятно. Только снайпер остался. Тогда я нормально расфигачил их. А сейчас что-то у меня как-то посложнявски пошло. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не... Какого хрена? Что? Кто это? За нас напали! Прочесываем его. Есть контакт, вижу. Понял. Я тебя убью. Но. Нормально получилось. Два из четырех документы. Компы.
нас нарушитель. Ты уверен? Может, тебе показалось, мужик. Насколько снизилась деталь пистолета. Так, я пока сбегаю сюда. Смотри, что это за... Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Хорошо. Русский на первом уровне. Первый уровень русского языка. Замечательно. Я знаю, что брался за сомнительные дела и что тебе это не по душе. Но я не мог упустить этот контракт. Я годами пытался наняться к троице. Они не светятся, платят кучу денег, и у них всегда есть работа. И вот я здесь. И уже хочу назад. Мы торчим в заброшенном советском комплексе у черта на рогах. Никто не говорит нам, что происходит. Сейчас окажется, что мы помогаем каким-то бандитам добыть ядерное оружие. И это еще в лучшем случае. Напиши мне, как только получишь это письмо. Я наладил безопасный канал в сети. Для такой операции защита слабовата. Впрочем, они меня для того и наняли. Ха, понятно. Так. Довольно-таки много их было, конечно, здесь. Вот, вот этот труп надо обыскать. А, понятно. Колесо. Прикольно. Ящик. Все время истекло. Застрели его. Кого там они застрелить собрались? Думаешь, я боюсь смерти? О, Ствальчанский. Живо! Выстрел было. Жуткая смерть. А часики такие кают. Да, и вам сейчас будет тоже, я думаю, хорошо. 20 патронов у меня. Пистолету. Вся твоя семья, все до единого сдохнут в муках. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю, смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли, и их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов, ни похорон, ни костров. Эти чужаки – жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. Хм. Мы полюбуемся. У тебя, сука, один шанс. Говори, где остальные? Подумаешь, взорвали пару цистерн. Нам это... Ха-ха-ха!
плену. Надо. О, нет. Нет. Так, мне тут куды? Давайте посмотрим, куда мне нужно идти. Я в ту сторону, значит, я пойду в эту сторону. Отмычки у меня нет, жаль. А, о, как я ящик не заметил, понятно. Спойлерят калаши всякие, дробовики. Чем спойлерите? Ого! Много вас здесь. О, этот мужик. Убить бы тебя сейчас сразу. Я ставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. Сейчас его бахнет. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Глаза выдавил. Нормальный пацан. Тихо. Константин. Тихо. Русский главный злодей. Тут. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный. Ого, кто там стоит у нас? Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными. И войдете во славу святого источника. Как его зовут? Наи? Вот этот вот в черном, в красном мужик, нифига себе. Как он к ним подписался? Это круто. Боже, прошу. И что с ним делать? Нет. Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Давайте его перекроем. Мы больше не можем. На нас напали! Обыскать местность. О! Нормально я порешал. Как бы уничтожить эту цистерну? Как бы? Просто на самом деле уничтожить эту цистерну. Документы не все забрал. Мужик, давайте подарю более хорошее дело, потому что чё? Граната пошла! Бросаю гранату! Да идите вы нах! Thank you.
сказала советская пропаганда. Пропаганда. Пропаганда вообще. Опа, цветочки мне нужны. Ибо хилочки-то, они не бесконечные. Наверное, побольше, они не особо. Нужно разжечь костер. Нужны дрова. Нужны дрова, говоришь. Заяц, ты меня напугал очень сильно. Ну, а надо именно держать. Расскажешь здесь Константин. Да. Тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще будет так охотиться за тайной бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди Троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться доверием местных будет полезно. Полезно, я думаю, но получится ли заручиться? Возьмем это. Хуже нам это не сделает, а дополнительные патроны — это всегда хорошо. О, FPS. Вот не надо. На этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами был Санчат. Всем до встречи и пока.